Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, зайдем в квесты, заберем. Так, любитель витрин. В магазине нам дают бесплатно с вами, ага, черепаху, да, с пушкой. В армии у нас пока все тихо, никто не пробафался. Погоди-ка, а мы с вами в тренировке. А, я забыл, ребята, выставить своих ребят в тренировку. И поэтому сегодня у нас облом. Так, смотрите, 21 карточка на мага. Нам достаются и ко всему прочему. Давайте посмотрим. 16 карточек на базу. Фехтовальщик. Так, пес храма. И деревенщина. Слушай-ка. Насчет того, что 21 карточка на мага упала, может быть, мы сможем его проапать? Хотелось бы, на самом деле. Так, 49 уровень, да, у нас здесь. И я, наверное, ребята, выберу здесь, да, наш самый вот этот вот простенький отрядик. Лучше мы здесь потратим энергию с вами, да, чем на нашей основе. Ну что же, погнали. Я думаю, здесь, наверное, даже одного тыквоголового. И, кстати, кто-то мне написал, чтобы я его прокачал по полной программе. Неужели он у меня не прокачан? Я, честно говоря, как-то даже не обращал на это внимания. Так, ну куда ты, вот прешь? Вот скажи мне, а? Ну, жаба с молотом. На! С удара, елки-палки. Будет знать, на кого идти. Ну, все, ребят. Ну, естественно, тут победа будет за нами. 49 уровень. Что он тут может сделать против нас? Конечно же, ничего. Может просто стоять в сторонке, грустить и плакать. Так, у нас... Нет, ребята, кто писал, все нормально. У меня тыквоголовый проапанный по полной программе. Так что вы заблуждались. Может быть, вы просто смотрели старые видосики, где он был еще не пробафанный. А сейчас он все отлично. Так, ну что, ребята, ежедневное испытание у нас кто здесь? Копейщик, да? А, нет. Награды, молотильщик. Ребята, а нам нужен молотильщик, если он у нас прокачан по полной программе? Я думаю, что нет. Давай возьмем с вами, ну, просто ради интереса посмотрим, как вообще здесь у нас все это получится. Я больше уверен, что очень плохо получится. Смотри. Блин. Я даже не знаю, есть ли смысл-то тут. Что хотя бы... А, хотя бы башню взять. А я что, не взял башню, что ли? Давай, давай башню возьмем. Хотя бы одну. Естественно, откуда у меня будут, ребята, миньоны мои выходить, если нету башни? Не из воздуха же появляться. Ладно, просто, ребята, ради интереса одну каточку попробуем пройти. Хотя мне не особо нужен, честно говоря, сейчас молотильщик. Нет в этом смысла. Он у меня на 5 звезд. Так что давай проверим просто, как хотя бы это дело все будет выглядеть приблизительно. Сможет ли он? Нет, наверное, с щитоботом вряд ли он справится. Да, тут, конечно, все намного грустно. Все намного, ребята, грустно. Давай храмового пса. Как-то вообще все, ребят, не так, как хотелось бы. Нас может здесь выручить, ребята, циркулярная пила. Ага, смотри, что делает. Смотри, что он сделал. Он просто... Слушай, короче, получается, что он будет постоянно нас сейчас бомбить. На постой, причем. Вот, вот про это я говорил, что нам вот так вот может помочь только. Крестьянин там с удара падает. Слушай, это, короче, бесполезная война на самом деле. Почему? Потому что у него, во-первых, дешевые юниты. Дешевые юниты, и он постоянно их будет вызывать. На постой. Мы так и будем с ним обмениваться ультами. Понял, да, к чему я говорю? Вот ульта и так далее и тому подобное. В общем, нету смысла здесь продолжать даже играть. Если бы, конечно, банши, может быть, была бы прокачанная до фулочки, да, до 96 уровня. И, например, ну, тот же самый хотя бы крестьянин или храмовый пес. Возможно, да, мы бы здесь выиграли. Но в любом случае, я особо не расстроен, если так брать. Потому что, ну, сами можете понять, что это все дело у меня есть. То есть молотильщика, карточки на молотильщика мне не обязательно здесь приобретать. Ладно, ускоримся, пускай проиграем мы с вами. Пускай они мне забомбят базу. И мы с вами уже пойдем на основную сюжетную линию. Мне так лично интереснее там играть, чем тут выбивать карточки на молотильщика. Нет, я не хочу ничего продолжать. Просто отпустите меня в бой. Так, хорош мне тут. И не надо мне вот этого ничего. Да господи, дайте мне выйти. Так, и давайте посмотрим, ребята, где мы с вами вообще остановились. Ага, мы с вами остановились на территории захватчиков, кстати. Нам осталось-то совсем ничего, и мы полетим с вами в следующий портал. Да, и здесь у нас как раз лорд пустотный. Именно на нем мы остановились, да, в прошлый раз. Значит, здесь пришелец с улиткой. Ага, я понял, это, по-моему, та самая командочка, да, где летит первым пришелец, а следом бежит улитка. Поэтому мы будем с вами делать немножко по-другому. Мы, как всегда, вызовем с вами молотильщика, пускай его похитят, а следом уже пойдет щитобот. Вот так это у нас должно
приблизительно все выглядеть. Так, а он его, ребята, ты посмотри, что он делает, а? Он его против меня. Так, и похитит сейчас. Да ты даст, ты посмотри, что он делает. Смотри. Он одного за другим, ребята. Да ты... Вот упырь, а. Так, хорошо, давайте, ребята, накопим с вами все-таки манну на улитка. Улитка, 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 улитка. Черт бы ее побрал, эту улитку. Так, еще и слизень тут. Ну-ка, паладиныч, давай, выручай. Ты должен мне здесь подсобить. Так, а сейчас, по-моему, лорд пустоты уже пойдет, поэтому нам нужно как можно быстрее. Во, он уже вышел. Ребята, он уже вышел. Друидка, давай, 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 давай. Срочно, срочно ты мне здесь нужна. Все, я ее вызвал. Ну там уже, ребят, смотрите, какая армия накопилась у него, а. Сейчас тут будет шорох. Так, надеюсь, на отхил поставила, нет? Вообще непонятно, на что он там поставила. Кого... Давай-ка вот так сделаем. От греха, как говорится, подальше. Они убежали все, ребят. Пока убегают, у нас есть шанс попробовать все-таки нанести урон. Давай, 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 ну пробивайте. Ну, лорду пустоту осталось совсем маленько. Ну что вы там? Ну, конечно же, начинается вот эта вот вся ерунда. 51 секунда. 51 секунда для того, чтобы, мало того, что лорда пустоты уничтожить. Так, нам нужно еще и базу бомбануть. Так, вот, что нам поможет. Есть. Отлично, ребята, погнали. 37 секунд. На все дела. Опять начинает фризить игруха. Как обычно, я ничему не удивлен. Побежали, побежали, побежали быстро. Хотя вряд ли, ребята, 26 секунд мы, наверное, не успеем. Тут еще и слизень, как мы видим, появился. Похищает именно паладина, причем паладина против меня же отправляет. Нет, фейл. Значит, вариант остается только лишь с нашей имбовой командой. Я имею в виду, где у нас там Ронин и все дела. Чтобы мы как можно быстрее наносили урон. Ну и, конечно же, тут уничтожали их всех. Ты посмотри, что он делает. Пришельцы, улитка, все дела у него. Фейл. Так что, ребята, ускоряемся здесь. Ну и будем, как говорится, проигрывать достойно. А может быть, выиграть. Базу-то мы в любом случае ему разбомбим. Он никуда не денется от этого наказания. Все. Блин, меня расстраивает вот такое вот начало игры. Просто расстраивает. Все, погнали. Надоело мне на них любоваться здесь, на всех. Так, что у нас там? У нас будет... Ну, как обычно. Сейчас побежит у нас этот охламон. Мы, естественно, вызовем Ронина. И нам нужно, ребята, сюда призывать мага-воина. Сейчас похитят, конечно же. И вот она, эта вонючая улитка. Успеваем? Должны успеть, ребята. Отлично, шикарно. Хорошо, двигаемся дальше. Быстренько с вами попробуем накопить сейчас манну на ведьму. И будем отправлять на него армию наших миньонов-зомби. Так, а вот это вот не надо здесь. Нормуль. Офигеть. Так, погнали. Ведьма, надеюсь, он тебя не застанет сейчас в данный момент. Просто его бомбани и все. Отлично, шикарно. Так, ураганчик, ребята. Мы вот так вот сделаем. Жик. И, ребята, как мы видим, лорд пустоты собственной персоной появился. Оу, улитка, хорош. Да чтоб тебя, что ж за... Невезуха. Давай-ка попробуем через ульту, ребят. Почему-то ульта очень фигово, ребят, сработала на данный момент. Давай чумную, может быть, призовем. Все, по-моему, сейчас, ребят... Да кого ты похитил? Как ты смог это сделать, блин? Как он это делает, а? Я не понимаю, как он это все делает. Чепушила этот, а? Грязный. Ну дайте, ну бомбаните вы разок-то, господи, ну остался там ему. Есть. Погнали. Ульта. Ведьма, живи, пожалуйста. Не погибай, ты мне здесь нужна очень сильно. Для победы ты мне здесь нужна. Так, 46 секунд. Хорошо, что он у зомбика. Так, подожди, он против меня зомби вызывает, да? Ладно, это ерунда, все. Бомбим, бомбим. Ведьма, ты что там бомбишь? Ты по башне бомбишь или по миньонам? Да. Да-да-да. Вот этого надо было, ребята, эффект нам получить. Уничтожили мы башню, все. Прошли на отлично. И смотрим, что нам здесь достается. 10 карточек на лорда пустоты, 9 гемов. И жаба у нас с пушкой.
Так, ну что, переходим с вами на территорию роботов. Здесь у нас Джиггернаут и Репульсор. Поэтому Джиггернаут, это не... Джиггернаут, ладно, хорошо, давай вот этот отряд возьмем. Репульсор, боксер, как говорится, да, попробует, наверное, нас оттолкнуть. Так, ну нам нужно что? Нам тоже нужно вызвать Джиггернаута, я так понимаю, ребята, и все это дело прикрывать Грифоном. Самый оптимальный вариант. А почему Грифоном? Потому что, ребята, у него нету юнитов, которые могут подбивать мои воздушные цели. Так что, как вариант. Вот это вот плохо, что они тут вдвоем сейчас вышли. Так что, нет, наверное, баллисту мы сейчас вызовем все-таки. Давай с баллисты начнем. Давай, ребят, начнем с баллисты. Хоть маленечко тут она подбомбит. Фаербол нам здесь поможет. А вот теперь уже можно спокойно будет вызывать нашего Грифона. Давай, Грифон, помогай. Потому что здесь для тебя врагов, грубо говоря, нет опасных. Так, и Джиггернаута еще призовем сюда. Ну, в принципе, все, ребята. Можно сказать, что победа за нами. Можно даже тут ускориться маленечко, чтобы не смотреть вот эту тягомотину всю. Еще одна баллиста у меня выходит. Все, ребят, шансов у них просто нету. Фаербол полетел. Отлично. И начинается тотальное уничтожение. Прям по базе, ребята, бомбим. Давай еще Грифона вызовем. Ну, сами понимаете, что здесь уже победа за нами. Он ничего не сможет сделать абсолютно. Но это первая катка у нас, поэтому еще, как говорится, все впереди. Конечно же, продолжить. Так, давай посмотрим, кто у нас прибавится здесь. Толкатель. Я почему-то даже не сомневался в этом нисколечко, что именно толкатель здесь будет. Вот с толкателем будет немножко посложнее, потому что он сам знает, отталкивает всех моих юнитов и может нанести урон по базе. Поэтому будем также, ребята, с вами действовать. Мы вызываем Джиггернаута первым. Потом, наверное, вызываем баллисту. К этому времени у нас накапливается фаербол. Мы его выпускаем. Ну и все в таком темпе. Так, давай, толкатель вышел первым, да, здесь у него? Вышел толкатель. Елки-палки. Лес густой, давай вот так сделаем. И фаерболом, ребят. Вот, вот такая схема и должна была быть. Замораживаем Джиггернаута, как говорится, чтобы он сюда не подходил. И будем копить с вами манну. Можно, в принципе, попробовать, ребята, призвать жнеца. Был бы неплохой тоже вариант. Но смотрите, тут очень плохо. У нас начинаются массовые разборки. Массовые разборки, массовые гибели. Давай еще одну баллисту призовем. С двумя баллистами я как-то более-менее чувствую себя поувереннее. Фаербол. И теперь, ребята, выпускаем на поле боя нашего жнеца. Все, я думаю, здесь... даже нечего говорить, что сейчас начнется здесь. Все. Бомбим, подкашиваем, делаем свою армию. Причем довольно спокойно. При заморозке тем более. Тьфу. На раз-два плюнуть. Толкатель, уйди. Так. Сейчас все равно им хана всем будет, ребят. Тут, кстати, тоже можно поставить немножко ускорение. Потому что, сами видите, и фаербол еще в довесок. Слушай, ну команда здесь нормуль сыграла наша. А Джиггернаут, слава богу, держал удар. Да? Против вражеского, который на 5 звезд, а мне, не забывайте, ребят, на 4 звезды. А вот это вот плохо. Вот этот вот робот ракетный, который метится, 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 потом выпускает свою ракету и практически с одного удара уничтожает любого противника. Правда, вот на боссах я не смотрел. Вряд ли он, конечно, босса убьет с одного выстрела. Смотря какого, честно говоря. Если, например, это будет жнец, у которого мало здоровья, то вероятность такая есть. Но, опять же, маленькая. Так, выпуск... Он опять по той же самой, ребята, схеме идет. Джиггернаут, репульсор, в общем, все дела. Тогда и мы будем с вами так же делать. Мы выпускаем нашу баллисту. Потом накапливается у нас фаербол. Так. Вот это плохо. Вот это сейчас в данный момент, ребята, плохо. Слушай, да он даже не добил, господи. И самое интересное, что он одноразовый. То есть он выпускает ракету, ребята, и сам себя убивает этим самым. Глупый робот, да? Ну что, у нас с вами Грифон, у нас с вами баллиста, я еще сейчас одну баллисту призову. Так, смотри, что делать. Так, давай в голема бомби лучше. И он в голема бомбит, отлично. Хорошо, если бы вот он сюда бы бомбанул, где баллисты у меня стоят, это было бы, конечно, намного печальнее все. Так, репульсор нам выпадает, и мы с вами будем сейчас призывать, ребят, жнеца. Если, конечно, нам это нужно будет. Так, в кого? Он, по-моему, в баллист бомбит, да? Нет, мы его убили. Он даже ничего не успел. Он там метился, метился и все. Отдуплился. Слушай, ну довольно легко все. Я надеюсь, здесь босс не будет термин 9000.
У нас, смотрите, для меня противные боссы, да? Термин 9000. Этот лорд пустоты. Кто у нас еще там из противных боссов-то? Да, наверное, в принципе, больше и никто. Ну, ведьма еще. Вражеская, естественно. Но она так редко нам встречается, что я даже о ней и не думаю, и не вспоминаю. А вот то, что мы с вами здесь прошли, очень хорошо, это классно. Ребят, предпоследний этап. У нас какой там, кстати, будет? 89-й портал. Ёлки-палки. Так, а вот здесь уже похуже. Здесь похуже тем, что у нас бот-паук появляется. Он меня раздражает тоже. Надо будет его как-то в первую очередь, наверное, ликвидировать. А как ты его будешь ликвидировать, если он всегда стоит сзади? Сзади танков. Не получится. И, кстати, здесь нет щитобота, и это хорошо. Потому что нам бы пришлось бы пробить щитобота и так далее. Или есть? Нет, по-моему, здесь нифига. Слушай, смотрите, ребята, мы 500 манны уже накопили как с куста. Поэтому ведьма, наверное, у меня сейчас пойдет одна из первых. Да ладно тебе. Слушай, он не успеет дойти. Ведь не успеет же. Слушай, я думаю, не успеет. Давай попробуем. Так, репульсор сейчас первая дуплица. Хоба, просто с удара, ребята. Помогаем нам вот таким вот образом. Так, а луч, смотрите, не убил полностью, ребята, джиггернаута. Он пол здоровья ему снес. Но это слабо. Вот, начинается. Вот паук начинает бомбить именно по ведьме. Даже немножко здоровья у нее отнял. Но это все для нас, на самом деле, ерунда. Так, давай уничтожать. Ну, хорош ты уже своими массовыми атаками. Он еще при этом, ребята, как бы станет. Да, ты понял? Он отталкивает и в некоторое такое оцепенение вводит моих юнитов. Ну и все. Вот он и поплатился. Роботека этот. И база его тоже. Ну, смотрим, ребята. Оу, ядерный робот у нас здесь. Поэтому я ничего, ребят, менять не буду. Мы оставляем с вами этот состав. И я думаю, что расчекрыжим. Без проблем его. Кстати, спасибо за подсказку, что если этот робот встает возле базы и начинает, ну, подготавливаться ко взрыву, если его вогнать в стан, то у него все это сбрасывается. Я, правда, честно говоря, не пробовал, не экспериментировал. Но я уж вам на слово поверю. Так, поехали. Посмотрим, кто сильнее, Джаггер или... Ну, если мы вызовем Ронина, то, конечно, мы здесь выиграем. Значит, отражение. Хорошо, что через отражение все это идет. Все, Джаггернауту каюк. И мы будем с вами сейчас вызывать ведьму. Так, ведьма, ты готова у меня? Я думаю, ты готова. Ты созрела. А вот здесь, наверное, надо вот бомбануть ульту. Так. А почему... Да ладно тебе. Ну, бомбани, ведьма. Вот так вот. Почему-то не было у нас скелетиков на этот раз, зомбиков. Так, он что-то мутит. Ребята, он мутит, и, видимо, он хочет уже призвать этого атомного робота. Мне почему-то так кажется. Почему-то ведьма не справляется со своими обязанностями. Как-то очень долго она... А, это все паук этот. Смотри, там притягивает. Опять начинает. Давай ульту тогда зарядим. Что-то как-то... Во... А, нет, елки-палки, я уже думал, что... Вот он, ребята! Вот он, этот голодранец, вышел. Так, надо его расчекрыживать. Слушай, ну довольно быстро мы его уничтожаем. Смотри, он даже не успеет ничего сделать. Дойти он точно, наверное, не успеет. Смотри, смотри. Ведьма там идет вместе с ним. На пару. Все. Отдуплился он, короче. Смотрите, самое интересное, что у меня чумные мыши. Чувствую себя здесь вообще великолепно. И тотальное уничтожение, ребята, базы. На ускоренном. Я даже вторую ведьму успел призвать. Ну что же, мы забираем с вами весь абсолютно реворд, который мы заработали. Во-первых, это сундук робота. Что нам здесь выпадет? Так, вы завершен, охотник за сокровищами. Ну, 10 карточек на вот этого ядерного бота мне не интересно. А вот здесь... Так, смотрите, 14 карточек на зомби с надгробием, да? 14 карточек на лорда пустоты. И на некро 14 карточек, ребят. Ну что же, новый портал, новые приключения. И у нас начинается, ребята, нефритовая долина, да? Я уже знаю, кстати, тут, наверное, будет с таракошей связано все дело. Плюс нежить. Также у нас подданные здесь. Робот, опять нежить. Два раза, ребята, здесь будет повторяться нежить. Но я думаю, что нежить, она, в принципе, легенькая. А вот тут уже плохо. Здесь начинается с тигра, скорее всего, здесь будут нефритовые. Ой, эти, терракотовые войны. И мы с вами можем, наверное, взять вот этот вот отряд. 99 уровень. Слушай, давай проверим, справимся мы здесь или нет. Вот именно этим нашим отрядом, четвертым. Свеженьким, так скажем. Я знаю, что он сейчас будет выпускать... А подожди, у меня кто? У меня есть мечник. Мечник, говорю!
Ну-ка, давай посмотрим, кто сильнее. Мы сильнее, потому что мы его уже застанили. Так, у него второй вышел. Так, погоди-ка. Мне не нравится этот расклад. Давай-ка мы поможем вот так вот, ниндзей. Ага, и теперь, знаете, что я хочу сделать? Давайте вызовем, наверное, тыквоголового. Пускай он нам здесь помогает. Я надеюсь, что не будет никакой смерти и предсмертного крика. Давай вот так еще застанем маленечко. Так-так-так-так-так, тихо-тихо-тихо. Все, отлично, все хорошо, ребят, получается здесь. Ну что, вызовем, наверное, тоже с вами тигра. Если он, конечно, нам понадобится. Смотрите, что получается вообще. Уничтожение полнейшее. Так, вышел вражеский тигр. Главное... Погоди, а я не понял. А куда наш-то тигр делся? Неужели его так быстро забомбили? Они что-то там встретились, тигр с тигром, и почему-то мой быстренько отдуплился. Ладно, у нас с вами вторая миссия. Здесь прибавляется храмовый пес. Я думаю, что особого отличия нету от первой, да? Храмовый пес, ну что, он может пугануть только лишь, и все. Это максимум, что он может сделать. Поэтому давай, наверное, вот так вот начнем. Мечник у меня пошел. Потом сразу же, наверное, сделаем с вами тыквоголового, да, выпустим на поле боя. А уже следом будем выпускать тигра и так далее. Я думаю, что это будет оптимально для нас. Вот так, хотя если они сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой, ребят. Немножко я... Немножко... Нет, хотя нормуль. Справляемся. Я думал, что тыквоголовый не потянет. Нет, потянул. И довольно неплохо справился при этом еще. Храмовый пес готов. Ну все, а! Тигр, конечно же, как я мог... Про тигра-то забыть. Что он сейчас его будет призвать. Давай-ка без души. Просто умри спокойненько. Что он, в принципе, и сделал. Ну и вот, ребята, я вызвал своего тигра. И тут, естественно, полный разбор пошел. Давай еще вызовем мечника. Да все, вариантов у него нету. Он никак не сможет выжить здесь. Все, последний удар. И база накрылась медным тазом. Это хорошо, что он не применяет, ребята, здесь свою ульту. Если бы он замедлял бы или еще как-то делал бы, да, то, конечно бы, все было бы намного хуже. Вот этот мне чувак не нравится здесь. Ронин. Блин. Я его не ожидал здесь, на самом деле, увидеть. Черт подери. Началась, короче, мозгоправка. Сейчас будем, наверное, с вами отдупляться, ребята. Так, ну что, чей Ронин, как говорится, сильнее? Ну, естественно, его, но я... Попробую своего вызвать. Ну, давай. Встретились, да? Кто кого? Ну, естественно, естественно, вот, ребят. Все, тут каюк, ребят. Тут каюк, он нанес мне урон, поэтому я буду сейчас, наверное, ускоряться. А что ж тогда мне делать, прикажете, а? По этому поводу. Как быть? Тут еще и тигр у него. Да ладно тебе, успокойся. Я обожаю, ребят, когда через отражение все проходит. Все. Давай быстренько сейчас попробуем ему уничтожить базу. А быстренько, наверное, не получится у нас. Или получится? Так, о, ускорение, ребят. Ну, есть. Переигрываем все равно. В любом случае, мы с вами этот уровень. Только, знаешь, в чем вопрос? У него Ронин вышел спокойно. Мы за это время могли бы с вами призвать мага... Рыцаря. Или вот этот отряд. Давай попробуем вот этот вот. Щитобот, конечно, может, ребят, пострадать здесь. Естественно, начинается все с него. Щитобот, прикрываем его молотильщиком. Есть только такой вариант. Попробуем. А он сейчас почему-то, мне кажется, во-во-во-во-во. Как только, ребята, он чувствует какую-то опасность, у него все начинается, блин, через одно место. Ну, застань ты его. Ну, пожалуйста, ну. Хотя бы так. Хотя бы, ребята. Он вышел нормально, все отлично. Так, ну что, нам дальше нужно, наверное, все-таки призвать здесь, я думаю, паладина. Успеем ли мы с вами вызвать паладина? Тигр еще идет. Ребят, это фигня. Уже тигр пришел, ты понимаешь? Так, ну-ка давай попробуем вот таким вот образом. Что сделал? Да, конечно. Заморозка. Фух, может быть, ребят, нам и повезет здесь. Гарантий никаких не даю, но надеюсь на это. Так, опять тигр идет. Я, знаете, что хочу сейчас пока, ребята? Накопить на друидку себе. Вот пока они там идут, пока они дерутся. Да, пока у них тут не получится ни шиша. Господи, не получается, не хватает, ребят. Ну-ка. Давай-давай, хорошо, что всадник на журавле, ребят, себя спокойно чувствует. Его здесь никто не трогает.
А мы их задеваем. Причем довольно хорошо. И, как видите, уже пошел расколбас базы. Я даже, наверное, сейчас еще попробую, ребят, вызвать друидку. Как говорится, успеть. Но успел. А кто бы сомневался, что он не выпустит душу? Нисколечко не сомневался в этом деле. Но если сейчас друидка, ребят, подойдет к базе, то все. Да даже, наверное, мои всадники на журавле здесь спокойно справятся с этим делом. Никакого препятствия мы не видим. Но последний удар. Тотем нанес последний удар своей активации на урон. Ну что же, довольно неплохо, ребята. Предпоследняя миссия здесь у нас. Воу, я давненько, кстати, не видел здесь ниндзю. Давненько, и вот она появилась, не запылилась. Какой у нас, ребята, здесь шанс на выигрыш вместе с ниндзей? Да большой, в принципе. Ее можно убить, несмотря на то, что у нее очень офигенный дамаг. Но она не дешевый юнит, поэтому будем, ребят, рассчитывать на своих юнитов, которые, ну, тоже довольно недешевые. Ну, подешевле, чем ниндзя. Ниндзя стоит сколько? 250, по-моему, или 275? Не помню, если честно. Так, он вызовет наверняка сейчас ее первым делом. Именно ниндзю. Нет, тигра! Он вызвал тигра, и это для меня немножко странно. Так, я слышу, там вышла ниндзя. Сейчас начнется обстрел. А мы вот так вот с вами поступим. Воу! Классно. Почему друидка иногда ставит тотемы в хаотичном порядке? Почему нету красного тотема на урон? Я не понимаю вот этого. Нифига, тигр бомбанул. Ты посмотри, сколько здоровья отнял. Так, ну-ка давай с ураганчика с вами вот так вот. Хоп. Немножко их туда. Лучше бы она поставила сейчас тотем на отхил. Почему она его не ставит, а? Ведь если же сейчас вот бомбанет этот тигр своей душой, этот отряд у меня весь отдуплится. Абсолютно весь. Но нам везет. Ничего такого не произошло. И мы спокойно распиливаем этих ниндзя. Так, ладно. Друидка, ты бы подошла сюда поближе бы. Немножко бы. Вот, вот, пошел отхил у нее. Отлично. Ну а мы тем временем, ребят, смотрите, наносим колоссальный урон по базе. И все, она рухнула. Сложился карточный домик. Последний у нас бой. Посмотрим, кто здесь босс. Богиня солнца. Богиня солнца, да, значит? Блин. Почему-то, когда я ее беру себе в отряд, да, она слабая. Когда играет за нее компьютер, она довольно сильная. Она знает, как поставить, где нужно бомбануть, чтобы нанести как можно больше урона. И опять же, вся надежда у меня на друидку, на ее тотемы. Пускай она лучше тотемы будет бомбить. Ой, я и забыл совсем. Сижу тут, ребята. Оу, нам повезло сейчас. Дичайше повезло, на самом деле. Ха. Давай-ка мы немножко, ребят, здесь перестрахуемся, я не хочу. А почему? Погоди-ка, я не понял. А почему у меня сейчас мой щитобот погиб от какого-то постепенного урона? Что случилось? Почему так произошло? Не понял я, для меня это немножко странно было. Не потянул, да? Воу, да он уже вызвал. Ребята, он уже вызвал богиню. И смотри, какая армия прет против меня. А у меня еще и ульты нету. Ну давай ты быстрее, ну. Естественно, начинается расстрел. Так, отходи, отходи, друидка, пожалуйста, отходи. Вот так мы сделаем с вами. Чтоб всем им было неповадно. Так, тигр пока испугался. Давай, 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 молотильщик, ты молодец, ты правильно делаешь. Ать, чуть-чуть, чуть-чуть ему не хватило добить. Ну, всадник на журавле, пожалуйста, прокромсай ее. Вот так вот, все. Найс. Тут по-другому, ребят, не скажешь. Че, опять душа вылетела, да, тигра? Тут еще второй тигр стоит. Мы отхиливаемся. И это хорошо, ребят, что отхиливаемся. Это очень классно. Все, восстановили себе здоровье. Давай вот так вот сделаем ульту. Да что за фризы-то, господи. Ну, я думаю, ребят, нам 50 секунд за глаза. Лишь бы тигр не вылазил. Постоянно не отвлекал нас. Давай я еще вызову молотильщика. Так, карточка. Ну, естественно, кто бы... Вот кто бы мог сомневаться, что он постоянно будет выпускать эту душу свою. Он достал, серьезно говорю. Его тигр постоянно меня достает. И тотем немножко не там стоит, да? Или наносит он урон? Не вижу я, ребят. Ну, база тает прямо на глазах, смотрите. И, да, мы прошли с вами нефритовую долину. Давайте забирать наш реорт и посмотрим, что он тут достанется. Так... Кстати, да, насчет, помните, да, я спрашивал, кого можно заменить голема? Терракотовым воином, на самом деле. Я
в принципе, с этим соглашусь. Так, ну что, ребята, переходим с вами на территорию нежити. Ну что же, поехали. Так, и выберем мы, пожалуй, с вами... Так, у нас много, говорю, мало энергии осталось, кстати. Чумная мышь будет. Хм. Так, ладно. Весь акцент мы здесь сделаем с вами на нашу баллисту. Если мы успеем законтрить, то это будет классно. А если нет, то это будет плохо. Печально, я бы даже сказал. Джиггернаута вызвать, что ли, первым, а? Давайте, наверное, так и сделаем. Хотя, нет, нет, ребята. Да чтоб тебя, надо застанить. Ну, бомбани еще разок. Вдруг не хватит. Не хватило. Твою же маковку, да чтоб так. Сколько стоит чумная мышь, ребята? По манне. Никто не обращал на это внимания. Я тоже что-то, честно говоря, не особо обратил внимание. Так, заморозка. Зачем мне нужна была здесь заморозка? Чумная мышь, она как летает, так и летает. Ей по барабану на это все. Да тут, ребята, фейл. Тут можно, кстати, ускоряться и смело проигрывать. Потому что даже если мы здесь и выиграем, то все равно у нас получится неполный бонус. И мы не получим в конце с вами, когда будем переходить на следующий портал, дополнительные карточки. Поэтому нам нужно будет переигрывать этот уровень, хотим мы этого или нет. Так, давай голема вызовем. Так, а что нам тогда может помочь? Я, в принципе, уже понял, что нам здесь понадобится. Нам нужен наш имбовый отряд, да? За счет имбового отряда мы здесь с вами должны выиграть. По крайней мере, хотя бы на первой стадии. Потому что там уже немножко увеличится дистанция. И все будет у нас нормуль. Так, 225. Чумная мышь стоит тоже, кстати, 225. Поэтому мы успеем с вами вызвать рыцаря-мага, который подобьет эту летучку паршивую, да? Ну-ка, проверим сейчас. Да должна же, по идее, справиться там с этим делом. На удар просто. Хоп, и все. Отражение хорошо сработало. Так, ну что, голема мы разбираем. Ну и дальше, ребята, все изи. Сейчас даже если он будет вызывать чумных мышей этих, мы их, конечно же, будем разбирать. Все, ульта пошла. Чуть-чуть нам не хватило. Ладно, это не страшно. Главное, что базу мы все-таки ему разберем. Хочет он этого или нет. Давай, 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 давай. Есть. Так, но запомните, ребята, энергии у нас больше на этом отряде нету. Она может, конечно, накопиться там спустя какое-то определенное количество времени, но нам нужно с вами другой вариант рассматривать. В принципе, вот этот тоже неплохой, потому что здесь есть у нас молотильщик, здесь есть паладин, который тоже подбивает, но паладин у нас стоит 275. В принципе, как чумная мышь. Ну вот призрак, да, здесь еще будет нам компенсировать мозги, поэтому давайте, наверное, начнем с щитобота. Щитобот и голем. И надо нам, наверное, с вами начать со всадника на журавле. Оу, хорошо ты сделал, щитобот, молодец. Ну урон, ты посмотри, какой он урон наносит. Ничтожно малый. Да, по голему, конечно, особо сильно не разгуляешься. Ну и, конечно же, как я говорил, вот этот призрак будет у нас сейчас с вами доколупывать. Постепенно. Он, кстати, когда пролетает, он, судя по всему, наносит, ребята, еще какой-то урон. Потому что мои юниты после этого как бы отравлены маленько. Да иди ты сюда, чумная, ты достала уже там. Стоит издалека и бомбит. Это вот больше всего бесит. Когда за танком стоит какой-то стрелок и потихоньку-потихоньку тебя бомбит. И ты, главное, ничего с этим сделать не можешь. Ну, естественно... О, карточка на чумную мышь. Как я хочу, ребята, ее прокачать до 5 звезд. Вот хочется и все. Именно чумную мышь. Также, конечно, хотелось бы и Грифона прокачать тоже до 5 звезд. Такие имбовые юниты у нас. Кто-то говорил, сыграй элитными персонажами здесь. Ребят, я бы с удовольствием сыграл бы, если бы они у меня были бы все прокачанные. Кстати, вот это плохо. Вот этот отряд очень... Плохо можно на нас сказаться. Давай попробуем вот этим четвертым отрядом сыграть. Интересно, сколько наносить будет дамага наш тыквоголовый по чумной мыши. Вот я этого, кстати, не видел. Было бы неплохо, если бы все хорошо, да? Получилось у нас здесь. Так, мечник пошел, короче, сейчас. Блин, давай попробуем, наверное, все-таки тигра вызвать. Слушай, вот тигр, он сильный, но знаете, в чем у него недостаток? Он слишком медленный. Медленный в плане чего? То, что он пока присядет, пока ударит, пока там еще что-то делает. Но по голему мы видим, дамаг не особо хорошо идет. Мы можем вот так вот замедлить. Так, ну тут служитель тьмы еще подтянулся. А, охламон. Ну-ка, давай-ка попробуем, ребята. Ну, он, смотрите, он не может достать до тыквоголового. Так что все хорошо, пока хорошо все. Но то, что вот этот вот отхил, смотри, сколько он дамага наносит, да, служитель тьмы. Тигра просто убрал с поля боя. Ну и сам
как говорится, служитель тьмы отдуплился. Так, сейчас начнется. Тихо, тихо. Можно... Давай попробуем вот так. Замедление, в принципе, здесь не нужно было бы, на самом деле. Есть, у нас есть 100% шанс, ребята, пройти этот этап. Причем довольно легко. Смотри, что получается. Короче, 3 тыквы нужно бросить, чтобы подбить чумную мышь. Это, я считаю, слабенько, ребята. Если бы хотя бы 2 удара бы, вот это было бы идеально. Но мы разбомбили. Блин, мне нравится, как эти снаряды летят. Такой, знаете, эффект апокалипсиса. Везде какие-то взрывы, какие-то ядра летят. И тут прибавляется некро. Слушайте, вот, кстати, тыквоголовый, если будет бомбить по черепунделям, да, у него уже массовая атака, то все тыквы, которые там выскакивают у него, ну, я имею в виду не тыквы, а вот эти вот головасики от некро, они будут все погибать. И, соответственно, следующее ядро будет лететь в некро, что приведет к уничтожению ее. Вот она вышла. Тут, конечно, будет все плохо для моего мечника, ребята. Тут плачевно будет. Кстати, смотрим. Вот, смотри, видите, ребята, она как бы... А нет, я думал, что постепенный урон какой-то идет. Нифига подобного, все отлично. А вот здесь, конечно, не очень все хорошо. Так, тыквоголовый, ну... Вот я, ребят, про это, смотри. Воу, а ему достаточно было одного удара, чтобы уничтожить. Я считаю, что это несправедливо. Слушай, вот это вот плохо все здесь на самом деле. Смотри, смотри, выпускает этих головастиков своих, да? Маленькие тыковки с рогами или как. Да ну, хорош, что ж, серьезно? Ну давай, хоть кого-нибудь, ребят. Чё вообще тут происходит, а? Почему мои воины так падают? На изи просто-напросто умирают. Давай ты головой покажи всем там. Вот. Так, сейчас опять кто-то у меня погибнет. Да куда ты? Все, ребят, вот тут, я так понимаю, мы с вами не справимся. Этот отряд здесь не прокатит. И не то, что здесь даже некро. Хотя она тоже здесь со своими вот этими вот тыковками, да, нервирует. Чумные мыши, 2 штуки, все, трубец. Сфейливаемся, ребят. Что-то пошло не так, а вот что пошло, я не понял, если честно. Некро. Под големами. Почему-то мои, когда големы идут, их разбирает быстренько, вообще моментально. Я же его големов просто бомблю, бомблю, и все им пофиг. Давай заберем здесь с вами ревард. 151 гем мы уже с вами накопили. Тут у нас одна всего лишь энергия. Где-нибудь есть вообще энергия у нас? Здесь есть. О, здесь, ребята, появилась энергия, поэтому я думаю, что сейчас должны пройти. Интересует меня еще, какой там будет у них босс. Кто это у нас? Это у нас нежить. Кто может быть там? Да хоть кто. Да хоть та же самая ведьма, ребята, может быть у них. Ладно, нас это не пугает. У меня есть маг-рыцарь, который может подбивать, что воздушные цели, да, тех же самых летунов. А вот давай вот так вот сделаем. Почему бы и нет, ребят? Чумная мышь как раз то, что надо нам здесь. Ну-ка давай. А, он свою выслал. Но у него-то она прокачанная. А моя еще пока слабенькая. Так, применяем ульту. Нормуль. Кстати, сейчас привидение, наверное, быстренько мою БФГшку разберет. Ну, некогда. Подбили, молодцы. А, нет, смотрите, БФГ выдерживает, ребята. Наверное, 2 удара она может выдержать. Приблизительно, да? Да, приблизительно 2 удара. Ну, расчекрыжили все равно. Несмотря ни на что. Голем достал уже. Давай. Опс. Правда, не туда немножко удар сделали. Ну, ладно. И самое интересное, почему ульта не распространяется на привидение? Ведь могла бы бомбить бы его, да? Нет, снаряды пролетают мимо. Немножко это печалит. Ну что, кто здесь босс? Давайте смотреть, ребята. Здесь босс дед. Востошупа дед. Тоже мне луковка нашелся. Вот, кстати, баллиста тоже очень неплохо справляется с миньонами от некро. Потому что у него тройная атака, и как раз он этих миньонов всех убивает. И заодно еще и саму некро теребит. Так что, ребят, давайте попробуем. Но зато жнец сам по себе ватный. Если дед, как говорится, звезданет по нему, то все. Блин, да чтоб тебя. Он опять, ну что ты будешь делать? Да как ты все это успеваешь? Выпустил голема сразу же, да? И при этом еще и чумную мышь. Откуда у него столько энергии сразу же берется-то? Откуда ты ее берешь, гаденыш? Скажи мне, пожалуйста, а? Скажи мне на милость. Давай вызовем Джаггернаута.
И нам нужно как можно быстрее, ребят, с вами... Вот, вон идет некро уже. Подкрадывается, так скажем, втихаря. Идет медленно, но уверенно. Так, баллиста готова? Так, он там не выпустил? Нет, пока нету никого. Хорошо. Пока, ребята, справляемся. Так, давай, жнец. Не подведи меня. Так. Ну, некро-то будем уничтожать? Так, фаербол, ребята. Потому что дело уже пахнет керосином. Уже появился дед. Сейчас звезданет. Вау, он еще и застанет смог. Вообще из стана не выпускает. Ты посмотри. И этот там рад стараться. Ты видел, что делает служитель этот тьмы? Он просто захиливает. Так, давай. Получится, нет? Там мне сколько? Две баллисты, да? Две, ребята, баллисты. Ну, мы не достаем. Осталось там совсем немножко. Давай, вот так, фаерболом. Есть. Накрылся дедуля. Ну, а дальше, я думаю, все будет хорошо. Сейчас баллисты будут расстреливать. Вот. Все, есть все-таки надежда на прохождение, ребята. Единственное, что мне не хватает довольно сильных танков, которые могли бы просто вот этих вот пробивать олухов. Големов. 36 секунд. Давай, родные мои. Пошли. 29 секунд, блин. Успевает, смотри, захилять. Так, ну не в этот раз. Так, заморозка. Пускай постоит, подумает. Ребята, время есть. Фаербол полетел. И голем, конечно же, выходит голем. 17 секунд. Так, ребят. Ну? Да или нет? 10 секунд. Давай, родные. Постарались. Ну, последний удар, есть, отлично. Фух, мы прошли с вами территорию нежити. Да. Было немножко напряжно, если честно. Так, 10 карточек на деда и 11 на... И этого радиоактивного зомби. Так, территория, ребята, подданных. Зеленый лес, и здесь нам встречается разбойник. Разбойника постоянно нужно, мы знаем прекрасно, его постоянно нужно контролировать. Постоянно нужно его здесь поджидать, вот возле нашей базенки. Так, он будет, наверное, с него, нет? Я думал, что он начнет с него именно, но не в этот раз. Хорошо, давай так попробуем. Вот он идет, ребят, нам нужен Джаггернаут. Быстрее. Да, ну, все-таки нормуль, повезло нам, да? Не нанес он урона нам, отлично. Это меня уже радует. И баллисту, ребят, начинаем вызывать. Так, но не забываем, ребята, что вот он опять выходит. Так, и вызываем голема. Давай еще вот так, фаерболом, ребят. Мы убили его? По-моему, да. Разбойника нужно контролировать. Нельзя ему позволять, чтобы он в инвизе подошел к нашей базе и нанес урон. Это не в наших интересах. Так, и я думаю, что вот сюда мы с вами выставим, наверное, еще одного Джаггернаута. Так, вот он ползет, ребята. Давай вот так вот мы его перехватим. Отлично, мы его перехватили, уничтожили. Ну, а дальше все, ребят, легко и просто. Я могу вызвать сюда Грифона. Вот таким вот образом. Фаерболом забомбим маленечко. И, погоди-ка. Сейчас, вот, идет, но он не успеет. Ха-ха, потому что базу-то мы уже расчекрыжили. Вот так-то. Ну что же, первый бой довольно неплохо. На втором у нас появляется вот этот вот маленький охламон, который будет нас досаждать. Как мы его можем, ребята, перехитрить? Естественно, с помощью нашего щитобота. Щитобот будет его держать. Не будет ему давать тут раздухариться. Ну, а мы тем временем будем с вами немножко тут плодить армию. Зато он сейчас будет их целую армию здесь выпускать, да? Нет? Нет, не стал почему-то он. Так, давай мы, наверное, молотильщика вызовем. И еще одного щитобота. Ты посмотри, сколько... Эй, погоди-ка, ребята. Там, блин, ползет разбойник. Давай вот так сделаем. И молотильщика нам в помощь. Фух. Первую, так скажем, атаку мы этого разбойника выдержали с вами. Но это была только лишь первая атака. Вон он опять появляется. Он появился. Сейчас проявится возле паладина, да? Ага. И мы его здесь накроем, ребята, с вами. Слушай, ну неплохо. Так, ураганчик у нас тут. Давай вот так вот поднакопим маленечко манны нам. Так, разбойник, ребята, идет. Здесь он, конечно, схитрил. Ничего не могу сказать, но ничего ему не помогло. Все, я думаю, базу мы сейчас, ребята, разберем ему. Ну, поднапряглись маленечко и... Так, упал там. Но зато карточку дал, хорошо. Все, изи. Здесь все у нас получилось. Так, ребят, третье...
карта у нас. И здесь, блин, здесь маг появляется. У нас с вами только лишь вот здесь есть энергия, получается, и больше нигде. Ну что, попробуем тогда. Нам, как говорится, все равно терять нечего. Единственное, что я сейчас не знаю, как нам вот этого вот разбойника контролировать. И плюс тут еще маленькие техломоны побегут. Да? Крестьяне. Ну ладно, крестьянинов мы можем с вами, наверное, мечником сдерживать. Ага, мечник против мечника, ладно. Если мы с вами успеем, например, вызвать тыквоголову, что нам это даст? Нам это ничего не даст, ребят, нам нужно... А что нам нужно-то? Да только свет в окошке, елки-палки, он идет. Он идет. Ну, ниндзя, молодец. Она только и выжила здесь. Так, ладно. Я хотел вообще-то тыквоголового призвать. Блин, вышел. Маразматик этот вышел, господи. Давай попробуем, ребята, тыквоголового призвать. Будем издалека бомбить. Ага. Так. Проявляйся давай. Отлично. Еще одна карточка, ребят, на разбойника нам выпала. А я не понял, а что? Погоди, мне показалось или нет? У меня такое ощущение, что он мог снаряды сбивать. Не, наверное, мне все-таки это показалось. И еще этого не хватало, чтобы какой-то там маг мог уничтожать мои снаряды. Это был бы полный бред. Ну, давай базу, ребята, бомбить. Хорош на него смотреть, любоваться. Смотри, 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 разбойник там ползет. Бум-бум, мои тыквоголовые его быстро расчекрыжили. Ну и последний удар по базе. Давай еще ударчик. Есть. Карточку, карточку. Нельзя упускать этого момента. Ну что, я могу сказать, неплохо сегодня поиграли. Были, конечно, у нас уровни, где мы с вами проигрывали. Но в общем, если брать, то сыграли довольно неплохо. Да, ребята, энергии больше нету. Будем тогда с вами, наверное, на этой ноте закругляться. Так, мы арену с вами прошли, да? Нам остается только лишь подождать определенное количество времени, а точнее 9,5 часов, чтобы получить дополнительные карточки. Ну, естественно, мне главное не забыть своих ребят чуть позже поставить на тренировку, чтобы они прокачивались и далее. Ну, а вам всем большое спасибо за просмотр и до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам!